На Красноярском ипподроме прошел первый этап чемпионата города по конному спорту в дисциплине конкур. Участники на своих скакунах проходили полосу специальных препятствий разной высоты. Жеребят к этой дисциплине начинают готовить с 2 лет. Главная задача – научить лошадь делать несколько прыжков подряд. После этого можно постепенно увеличивать высоту препятствий и скорость их прохождения. Сегодня лучший результат показали Екатерина Глебова и ее конь Агат. Очень страшно. Вы не знаете, как страшно, мне было очень страшно. Выбора нет, звоночек прозвенел, поехали. Страшно на разминке, когда уже едешь, уже не страшно, там уже не об этом думаешь. Да, мы пара, нужно быть уверенным в коне. Ну, съезжаемся, то есть я приезжаю периодически на тренировки, то есть я на нем езжу, мы друг к другу привыкаем. И вот показываем результат.